Студенты из Москвы приехали на курорт 5 апреля. Они уже посетили ряд объектов размещения в горнолыжных курортах и Имеретинской низменности, а также пообщались со студентами Российского международного университета. Недельный визит практикантов Академии народного хозяйства и финансового университета направлен на выявление дополнительных услуг, оказываемых туристам в Сочи, и разработку предложений по развитию межсезонного и внутреннего туризма. Эти вопросы студенты постарались рассмотреть в ходе конференции. Они выступили с докладами о новых турмаршрутах, объектах показа и особенностях организации горнолыжного и спортивного туризма. Эти аспекты по обмену опытом, что предлагает молодежь в Сочи и что предлагает молодежь Москвы, на мой взгляд, для студентов являются особенно интересными. Очень интересно было пребывание в Олимпийском университете, поскольку наша подготовка идет по направлению сервиса, а также спортивный менеджмент. Поэтому некоторые из наших студентов настолько заинтересовались, что придут в офис в Москве данной организации, чтобы познакомиться с развитием дальнейшего своего образования. Сочинских студентов пригласили принять участие в конференции, которую проведет Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 24 апреля.